Итак, всех с добрым утречком, народ. Мы по стандарту уже выдвигаемся на завозик. Такая вот чудесная погодка у нас сегодня. Светит солнышко. Сходу хочу всем сказать огромное спасибо за 1000 подписчиков. Я этим очень сильно доволен. Но меня до сих пор смущает то, что большинство людей смотрит нас без подписки. Поэтому я считаю, нет ничего сложного прожать снизу кнопочку подписаться. Для вас это секундное дело, но для меня это будет очень приятно. Также не могу не напомнить про наш инстаграм на завозе Buy. Тут будет фото. Самые лучшие вещи по самым низким ценам. Всем приятного просмотра. Так, ребятки, гоним. Занимайтесь спортом. Не курите, не пейте. Спорт — это жизнь. Все, прибыли на точку. Людей что-то уже очень много, правильно? Привет. Здравствуйте. Погодка радует. Гринвей стоит. Бэмс. Оп. Оп. Торговля на вес. Мода Макс. Конец товары. Так, подсадочка у нас такая вот. На горе сидит? Да. Оп. Точно 13. Может, на мост поплатал? Будем. Да лысина у тебя. Так, ребятки, небольшое включение. Хочу вам лично от себя порекомендовать очень крутую группу ВКонтакте. Там вы сможете публиковать свои ловчики, делиться с друзьями. Также есть чат, где вы сможете спросить, что оригинал, что палим. Большинство ребят вам ответит с радостью. Там же обитаю в том числе и я. Поэтому переходите, подписывайтесь. Всех жду, всех обнял. А мы влетаем. Тоже дырка? Ну, я говорю, я всегда такого материала брал, я всегда прям. Нормально. Ты свешиваешь? Можно? Скажи о ней баребухе. Получается. Я забыл. Глеб, обычно. Флаг обычный? Да. Это кто? Найк. Покажи мне Найк. 100XL. Центр, лого. И... это, я не помню. Это и весу. Это вообще на понятие. Ну, это если не можешь на себя смотреть. Понял. Найки, немножко дырявый. Это... понял. Джордж. А это Джордж. Ого! Ого! Under Armour. Ого! Чикс. Почему все влажные, не понимаю. В последнее время. Да? Найк. Да, я что их... What the fuck, Cheap Monday? Я хоть их домов не видел. Ванный год. Я не знаю. Да, ну пацаны, там, конечно, пиздец. Я думаю, кинзо, кинзо. Ладно, короче, тапки какие-то... ничего сегодня вообще нет, я особо все скинул. Скучно, тапки. Cheap Monday, Nike, Under. Все, на связи. Тапочки взяли, еще такие, и такие тапочки взяли, в принципе, все. Покажи, что ты взял. Еще. 16 гель. Какой гель? О, вербал. 16 тенге. Нормально. Так, все, мы тут купились. Тапочек. Кроксы. Кроксы всего. Фаррелл Вильямс. Завели какие-то ебетняры, честно говоря. Всем привет, хлопцы. Сейчас буду снимать. Где Мода Макс?
спокойно. Давай на завозе. Аккуратненько. Слушай, оставай свободным. Тело В, как больше захочешь. Она любит внимание, но знай, что цифры ей нравятся больше. Цифры. На телефоне 2 четверки, детка, увидь мой номер. Малая готова раздеть сегодня, знаю, ты этого хочешь. Знай, знай, я. Ой, сипи компани. Надо так сипи. Сипи компания. Блогеры? Yes, на завозе. Да, у меня... Ладно, хопс, ничего, ничего там нет. Собирай запчасти, тебя хотят видеть в клетке броком или в изгнании страна. Так много внимания стало хейтом от тебыш фанат. Разбросали их что-то, как идти? Ну а кому еще все легко? Давайте, хопс, обзор, 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 давайте, полетели. Что есть? Вали Скотт. Вали Скотт, что есть? Взял что-нибудь? Про. Хопс, есть что-нибудь? Самбочки или что-то? Да. Они, что? Можно маме привет? О, можно, конечно. Передаю привет маме. Дайте подснять. Где маленький? Вот на маленького. И снова, ТН. Это вот на маленького, где маленького. Пацаны не взяли. Не, хоть. Охерен. Баллон все лопнет. Так это ж дрил. Дай посмотрю. Ну, андеграунд. Дай посмотрю. Ну, сука, ТН, что не тут? Бирки драка за ТН-ки полет. Ну, и хуй. Баллонов, нахуй. Полный мусор. Они полные баллоны. Ясно, хлопцы. Так, ну что? Дерьмо. Взял две пары кроссовочек. В принципе, не так уж и густо, но хотелось бы лучше. Хотя были люди, но почему-то казалось, что их-то не очень много. Одни школьники, короче. Здесь, в принципе, все, двигаем домой. Потом покажу, что я взял. А ему скорее надо. Да бля, у меня рука раз... Долбоёб, я говорил, давайте воду полью. Ну нахуй мне твоя вода, я вон чек. Фредди Перри, центр лога, этаж. Лютый. Ну, единственное, что было. Так, травма лютая. Не тут, не тут, не тут травма, покажи. Он любит травмы, то губа, то это. Короче, все. Сейчас будем двигаться по сути. Ну что, ребяточки, добрался я уже домой. Сейчас вам покажу, что мне удалось взять на этих завозиках. Такая вот общая картина, по мелочи, ничего особенного. Начнем с таких вот сланцев от Nike. В идеальном состоянии, 40-й размер, хорошие сланцы. Дальше такие вот сланцы от Adidas. Размерчик 42, хорошее состояние, ничего больше про них сказать не могу. И вот такая вот пара интересных кроксиков в идеальном также состоянии, нигде не покоцаны, 43 размер. И напоследок такие вот Nike, моделька называется Revolution 3. Обычные кроссовочки, беговые, можно для ходьбы, 45 размер, также в идеальном состоянии. В принципе, по вещам это все. Хотелось бы, конечно, получше, но, как говорится, что есть, тем и радуемся. Всем еще раз спасибо за 1000 подписчиков, за просмотры, за лайки, за комментарии. В принципе, за все. Без вас бы у меня ничего не было. Подписывайтесь на наш инстаграм, подписывайтесь на Жирный Улов. Всем удачи и до новых встреч.